Сотрудники Одинцовской госавтоинспекции провели совещание на тему использования световозвращающих элементов на одежде с представителями Комитета физической культуры и спорта администрации Одинцовского городского округа и тренерским составом. Автоинспекторы сделали акцент на том, что самыми уязвимыми участниками дорожного движения являются пешеходы. Случаев наездов в темное время суток осенью становится больше. Световой день сокращается, при этом ухудшается видимость, в том числе из-за погоды. Световозвращающие элементы помогают пешеходам быть заметнее на дороге.